Ситуации бывают такие, что абонент забыл логин или пароль к своему личному кабинету. Но эта ситуация не критичная. Соответственно, абонент, логин и пароль у нас выдается абоненту при заключении договора. Если абонент забыл этот логин или пароль, соответственно, он может написать обращение на наш адрес официальной почты postsobaka.ikomtex.ru. В данном заявлении он указывает фамилию, имя, отчество, адрес подключения, лицевой счет и обязательно паспортные данные. Ответным письмом мы ему присылаем логин и пароль для доступа в личный кабинет. Второй случай. Абонент может прийти к нам в абонентский отдел, и мы ему распечатаем логин, пароль для доступа в интернет. Но, обращаю внимание, абонент должен прийти лично в абонентский отдел и предъявить паспорт.